Перед тем, как его использовать, значит, ему нужна специальная, для того, чтобы поджечь его, обыкновенными не поджигается он, да, ему нужна специальная спичка. 400 градусов. При нижней температуре он не загорится. Его можно кидать в огонь, в костер, облить керосином, бензином, поджечь. Все выгорит, он не загорится. Поджигается как под чертолки. Но она может поджечь от любого, от обыкновенной спички, от любого там огонька, от зажигалки. Чтобы его поджечь, спичке тоже нужен контакт вот с этим изделием. То есть не держать на расстоянии. На расстоянии она его не подожгет. Специально сделана вот эта отметка, здесь определенный состав, который создан для облегчения поджига, чтобы лучше поджигалось. Где это стоит отметка? Спичку нужно поднести к этому углу, когда она горит. По мере как спичка выгорает, вот так, также вести и стержень, чтобы все время был плотный контакт вот с этим изделием. Как загорится, будет такая небольшая как вспышка, сразу будет видно. А когда поджигаешь, посмотреть, в данном случае это емкость с песком, куда бросить спичку. Потому что она горит, ее просто надо утилизировать. Да? И сразу же приступить, ну, к резке там, где вот необходимо это все. Дальше. Этот стержень не тушится. То есть пока он весь не выгорит, его невозможно ни водой погасить, ничем. Можно закидать песком. Но просто песок его как бы при пламя как бы притушит, но само внутри будет догорать. То есть ему при горении кислород не нужен. Он выделяет наоборот кислород, поэтому потушить его невозможно. Поэтому когда разрезаем поверхность, надо тоже предусмотреть, что если разрезали уже, то куда кинуть этот остаток, это может быть асфальт, там, бетон, куда-то его отбросить, не надо им махать. Там, пытаться стучать, чтобы он потух, он не потухнет. Да, то есть пока он не выгорит, он все равно, то есть или его держать в руке, когда он догорит, когда уже разрезали, вот, или куда-то в тот же песок, просто землю там вот. Ну, в принципе, все. Значит, вот эта арматура 16. Сколько времени она приблизительно горит? Она горит 20 секунд. Плюс-минус 1 секунда. Ну, от 19 до 20. Вот. Ну, поджигается уже вот быстро, поджегся. Дальше вот его берешь и контакт держишь, разрезаемый вот этой поверхностью. Это постоянно было. Ничего сложного нет.